нас есть 4-местный номер, а вас 6. Я не могу вас поселить. Пуговка маленькая. Она много места не займет. Возможно. Но один человек все равно не помещается. И что нам теперь делать? Ну, вы могли бы оплатить дополнительную раскладушку. Хорошо, давайте раскладушку. Извините, но свободные раскладушки закончились. Это просто безобразие какое-то. Сейчас пойду жаловаться вашему начальству. Это же раскладушка. Правда, она не совсем свободная. Маша, ну кто же так делает? Чистое белье на грязный пол. А куда его девать? Белье обычно возят на таких специальных тележках. Через закрытую дверь выкатить тележку не получится. Девушка, на этом шкафу ничего брать нельзя. Лучше посмотрите телевизор, пока ваш отец не вернулся. Ваш телевизор ничего не показывает. Наверное, антенна сломалась. Лучше я его выключу. Как не стыдно, девушка. Зачем ключ взяли без спроса? Придется вызвать милицию. Ой, простите, я уже положила на место. Не надо вызывать милицию. Ну, пожалуйста. Хорошо. Тогда уберите мусор в этой комнате. И будем считать инцидент исчерпанным. Девочки, надо как-то отвлечь администратора, чтобы я смогла достать ключ от подсобки. Может, Женя позвонит ему со своего телефона? Нет, только не сейчас. Пока не доиграю, никому звонить не буду. Уже набрала 100 000 очков. Ну, предложи ему кофе. Возьмешь ключ, пока он будет его пить. Сюда надо бросать монетки. Спасибо за кофе. Только я не пью горячий. Пусть сначала остынет. Кофе не помогло. Сломай кофейный автомат. Уж это точно его отвлечет. Я тебе гарантирую. Как же это сделать? У
Уважаемый администратор, у вас сломался кофейный автомат. Смотрите, как брызгает во все стороны. Да, я знаю. С ним такое бывает. Вечером скажу хозяину, чтобы занялся починкой. Вот противный попался администратор. Никак не хочет уйти с рабочего места. Ой, кажется, я испачкался. Пойду переоденусь. Ну вот, теперь я снова чист. Смотрите, я свободную раскладушку нашла. В самом деле. Ну, хорошо, можете проходить в номер. Вот ваш ключ. Не может быть, мы получили номер, и половина отпуска не прошло. Давайте занесем наверх сумки и айда на пляж. Даже не верится, что мы наконец-то приехали на море. Подождите, это слишком опасно. Я должна прочитать вам лекцию о местных насекомых и ядовитых растениях. Галина Сергеевна, а можно ты прочитаешь эту лекцию Бублику? Когда мы вернемся с пляжа, он нам все перескажет. Хватит уже болтать. Побежали койки занимать. Кто последний, тот спит на раскладушке. А вы что здесь делаете? Игра-то уже закончилась.